Проект Party Vision представляет. Добрый день, дорогие зрители! И сегодня команда «100 лото» путешествует по всему миру. Когда-то герои Жюля Верна проделали это за 80 дней, но у нас век сверхзвуковых скоростей, мы это сделаем буквально за полдня. А чего все делают здесь? Вот это подходит зачем? По-моему, ерундой занимаются. Что ожидает вас на этой полосе? Приключения летние, какие-то мероприятия. Похлеще, чем в Форте Боярд в свое время. А где вы себя видите здесь, вот лично? Вот куда бы себя поставили? Себя я всегда вижу, где оружие. Так как я люблю стрелять, то вот здесь. Вот здесь. Это вы? Да, возможно. А где? Вот здесь или это? Рядом? Силуэтом, да. Сейчас делим людей на команды, на страны. Так. Вот кепочки против солнышка. Тебе тоже надо кепочку. А сколько стоит такая кепка? А мы не продаем. Мы раздаем. Раздаем. Вот это вот сейчас будет игра. Что-то типа лотереи, либо что? Это не на деньги, а на жизнь. Игра на жизнь. Сегодня будет много крови. Как фамилия у вас? Белякова. Беляковой, дайте, пожалуйста, кепочку. Тимати, начало карьеры. Что происходит? Кто вы? Расскажите. Разбегаемся. Хорошее настроение и путешествия по разным странам мира. Сегодня можно за небольшие деньги, заплатив нам, оказаться в любой стране и получить настроение. Как приятно, что говорит именно русский человек и управляет всеми вами. Какой девиз? Северный ветер – это ветер удачи. Северный ветер – ветер удачи. Название команды – Джек Дэниелс. С нами удача! Мы сегодня ждем позитив, мы ждем сегодня очень крутую тимбилдинговую там игрушку, чтобы мы сплотились, и нам было всем очень весело и круто. И видишь, погода нам дала добро. Азартные игры, я думаю. Я первый раз на таком мероприятии. Думаю, все будет так же, как и началось, на высоком уровне. Веселье. Так? Да. Вы веселая, сразу видно. Конечно. Ну, хорошо отдохнуть, поиграть, повеселиться. И шашлык, конечно, да. Море, море позитива. А какой был вопрос? Что? Как дела? Интервью. Че нового? Как вы думаете, в этой лотерее каковы шансы на успех ваши? 50 на 50. Давайте попробуем. Давайте. Так, 3-4. Оп. Нет. Шанс выигрыша вот в этой игре больше, чем в вашей лотерее? Ну да, конечно, больше. Как считаешь, вот в этой лотерее шанс выиграть меньше или больше, чем в вашей, скажи? Да, конечно же, меньше. Что тут выигрывать-то? Наша лотерея чаще выигрывает, это абсолютно точно. Наша лотерея выигрывает гораздо чаще. Жаркая испанка. Ну, у нас будут проходить конкурсы, в которых мы будем путешествовать по 8, по 10 странам. И одна из этих стран – моя Испания. Испания? Да. И что будет в твоей стране, в Испании? В моей стране будет настоящий бык, на котором нужно будет удержаться. Но есть такие быки, да, еще? Есть еще такие быки. Не перевелись быки на Руси. Бык серьезный, но я тоже
Отседлал БК? Да. Как зовут БК? БК? Федька. Федька. Все, отседлал? Да. Ушел победителем? Уходил. Обязательно. Отлично. Получается? Да. Уже два раза попали. Давай, давай, давай. Ой. Осторожно. Это как красиво. На деньги игра? Я не знаю, там посмотрим. Я думаю, что самое сложное – это керлинг. Наверное, керлинг утюгами. Лед нужен для такой игры? Нужен, это ж керлинг. Без льда никак. А этот лед устраивает? Нет, никак. На что это больше похоже? На боулинг или на керлинг все-таки? Это похоже на метание ядер. Метание ядра. Или ядерных бомб? Ядерных бомб, скорее, так как мы Америка. Понятно. Главное – настрой. Так. А у меня ковбойские навыки. Сейчас попробую первый раз в жизни это сделать. Отлично! В какую цифру попадешь? Ну, в девятку надо целиться. В девятку и попаду. Мы на девятку тоже поставили. Давай. В какую цифру попадете, думаете? Восьмерку. Всю сумму на 8. 8 черные. 8. Представляете, 8. Пару слов победоносных. Ну, я рада. Отлично, мы поздравляем. Спасибо. Раз. Ребят, как думаете, кто тянет команду вниз? Идите. Раз. Раз. Есть все, слабое звено. Все идут вперед. Все идут вровень. Вровень, все вперед. Все молодцы. Воздух чище вверху? Вверху всегда воздух чище. Как вы думаете, что главное здесь? Главное? Движение руки, либо ветер, либо умение направлять шарик. Хорошее настроение. Давайте посмотрим, как вы забьете сейчас. Ой. Ну, практически да. Ассоциация со словом «столотоп». У нас выигрывают. У нас выигрывают. Мы
выигрываю. А мама пускай не подсказывает. Я правильно ударение поставил? Столото. Столото? Столото? Да, столото. Столото? Да. Столото. Где мама работает? Маме нравится там работать? Да. Я там чем занимаюсь? Да. Передвигаю вещи с места на место. И благодаря этому это держится компания. Что для меня столото? Да что, работа, друзья, машина, аккуратно, а то интервью не удастся. Одно из основных вещей, это, конечно же, вы думаете, деньги, да, наверное? Нет. Польза от работы? Да, да, вот, вот ну, самое наверное, главное, выслаивать. На карточку приходит денежка. Это самая главная польза. Да. Вы верны своей компании, да? Да, да, это безусловно. Понятно. Самая лучшая компания. Это точно. Насколько вообще вот польза Российской Федерации, польза общества вот от вашей компании? Вот есть она и в чем? Есть польза в том, что люди выигрывают деньги и приумножают свое богатство. И мы счастливы. Действительно приятно работать в компании. Я говорю это искренне. Хорошее настроение. Самое главное, за что я сегодня переживал, не то, что будет мало выпить, а то, что будет дождь. Дождя не случилось, и слава Богу. Вот. Я видел, как все участвовали в конкурсах. Независимо от того, кто выиграет, я считаю, что выиграли все. И выиграла наша дружба. Так что я хочу выпить за вас. И сегодня еще поблагодарить наше руководство, что они предоставили нам такую замечательную возможность побыть все вместе и веселиться, отдыхать. Так что... Кушайте, наслаждайтесь, отдыхайте, а дальше нам ждут танцы. Как вам качается здесь? Шикарно качается, погода великолепная. Спасибо. За что? За этот отдых шикарно. Могу ударить что-нибудь как-нибудь сильно, чтобы было прям все. Там все готово. Бабам, раздолбать. Да. Пока монстр. Пока монстр. Ну скоро буду с Кинг-Конгом, я думаю. В этой компании самые красивые девушки работают, да, видимо? Да, об этом пишут часто в книгах и в журналах. Самые красивые девушки работают в столото. Очень хорошая шутка. Оценил. Ну, парни тоже не отстают, я вам скажу. Вы можете присмотреться, здесь очень красивые мальчики. Ну, это не по моей части. Друзья, мы берем интервью у главного участника сегодня. Скажи, а играешь в лотерею? Выигрываешь? Он уже бежит за билетом. Он уже бежит с выигрышем, я думаю. Друзья, вот такой вот летний уикенд предложила и сделала для себя и для всех самых лучших людей компания «Столото». Мы с тобой возьмем мешков с песком побольше. И как поется в известной песне, мы улетаем на большом воздушном шаре. А другого размаха от «Столото» и не ожидалось. До встречи в следующем году. Пока! Давай.